Уважаемые предприниматели! Напоминаем, что при отправлении товаров в страны Евразийского экономического союза юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям необходимо своевременно подавать статистическую форму в Федеральную таможенную службу России. Важно! Статистическая форма заполняется в личном кабинете на сайте ФТС России не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за месяцем отправки. Своевременная подача стат-формы позволит избежать штрафных санкций, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Бесплатную консультацию по заполнению стат-форм можно получить в Центре поддержки экспорта Тюменской области –